Здравствуйте. Сегодня мы посмотрим в прямом эфире личный расклад. Девушка у нас. Имена мы не говорим, да? В эфирах не говорим, но вы рядом и так понимаете, что это про вас. Энергии. Давайте сейчас сдвинете карты на себя, чтобы они считали с вас уже прямо сразу информацию. Все, считали с вас прямо сразу информацию. Вот уже пришел гудок о том, что они готовы с вами разговаривать. Итак, о чем пойдет речь сейчас, карта, расскажите нам. О новых начинаниях, о новой жизни, о перспективе. Ну, тут прям какие-то египетские пирамиды или что, сопки, какие-то горы. Все, что связано с природой. Но здесь новое начало, потому что выжженная земля, и человек как будто переехал куда-то, либо развелся, новые отношения. Вот все, что связано со словом «новое». Вот об этом может пойти речь. Ну, тогда мы к вам обращаемся. Вот карта вас так увидела, вот с первой карты вот так сказала. Опровергните, либо добавьте, либо что-то может. Да, но новая стадия в жизни. Прям вот выжженная земля. Это прям вот это есть так, что ли? То есть вы развелись, или разрастались, переехали. И переехала. Уволилась. Короче, вот, ну, получается, из всей колоды другое не могло и выпасть. Вот в ней все сказано. Начало нового. Угу. Человек-то взрослый, как бы, да? Это не ребенок здесь, а взрослых. Вот начало взрослых. Так, высшие силы, покажите мне, как вы видите ее. То есть сейчас они покажут, как они видят тебя, им сверху виднее. Садитесь ближе, ничего страшного, может что-то подвинуть. Как они вас видят? Я все равно каждую карту рассказываю. Повешенные. Повешенные, это они видят, что многие моменты в этой жизни вы подвесили, либо не решаете. Либо не хотите решать, ну, видно, что, может, вас кто-то кинул, и вы из-за этого теперь не знаете, как дальше быть. Вас уволили, или вы уволились, и вы не знаете, как эту проблему дальше решать. Либо пока отложили, ладно, отложу, а сейчас вот, не знаю, вот в горы, да, съезжу, отдохну, и все решу. Ну, вот горы, видите? Сейчас, говорит, горы, а вы в горы собрались? Да. Ну, вот они в горы, говорят, съезжу, отдохну, и все буду решать. Но они так видят вас. Еще посмотрим карту. То есть, как будто вы какие-то важные моменты в жизни отложили на попозже, на потом. Еще как вы видите, расскажите. Она прям соглашается, прям со всеми. Две карты, она со всей. А здесь как раз таки, но... То, что вы откладываете, но в целом они видят вас как императрицу перспективную, которая власть какую-то имеет, ее, хотел сказать, имеет, любит, ее любит сердечко здесь, но она настолько уверенная, скорее всего, даже по этой императрице, да, вот я всегда сравниваю эту карту с Ириной Аллегровой, у нее несколько поклонников. Вот как будто вот они говорят, что у нее сразу несколько, вот цифра 3, как минимум 3, есть поклонника. Причем поклонника не такие, которые вздыхают, подойти не хотят, а нет, они и подарки делают, и цветы дарят, вот как-то вот такое все интересно семейное. Ну, соглашаетесь, нет? Да, согласна. Так, ну давайте, не хватает мне для видео четвертой карты. Итак, высшие силы, еще одну карту расскажите о ней. Это уже третья будет карта. Кто она такая? С вам виднее всех. Это они так видят вам. Так, сегодняшний, это монета, двое, это выбор. Это она, ну, наверное, отталкивается все-таки от этой карты, которая говорит о том, что она уже сделала свой выбор. Там с деньгами, может, с недвижимостью, с отношениями. Вот выбор, право выбора. Либо качки до сих пор еще идут, но по этой карте мы видим, что все заканчивается. То есть они видят, что эта императрица может делать правильный выбор, в том числе с деньгами. То есть она, ей не нужны подсказки. Она пойдет и сделает. Вот так увидели вас. Карты. Мы не видим здесь карт мечей,
мы со здоровьем проблем, мы не видим карт здесь смерти, вот это вот дьяволизма. Мы видим очень хорошие карты, то есть вас так видят. Ну, я думаю, что, зная немножечко вас, я думаю, что тут прям даже придраться ни к чему, ни к одной карте, ни, даже к горам. Даже к горам. Город самый классный. Так, ну давайте теперь считаем, еще на себя сдвигайте. Теперь считаем с вас, на себя. Да, да. Теперь считаем с вас, с вашей головы. Теперь ее мысли, ее мысли, идеи, о чем она думает. Вот здесь пошли, а вот ее пошло власть императорская, императрица, потому что она с кем-то развелась, с кем-то поругалась, откуда-то уволилась, причем это она, ну, это вы тоже шаг к этому сделали, то есть если про увольнение, то вы сказали, я увольняюсь, если развод там с мужем, я это делаю. Я буду разводиться с тобой. Ну, вот как императрица, она так делает. То есть, вот проигравшие. То есть, в голове такая, знаете, вот это как вот обезьянка бьет. Я главная здесь. Вот, вот такая в голове я главная. На земле я главная. Но через мечи, через холод, через подставы. Где-то подставы людей вас... Вот это подставы были людей. Mm-hmm. Где-то вас обманывали, где-то предавали, где-то недооценили ваши старания. Мечей нет, теперь одни мечи. Это в голове твоей. Это в твоей голове. В твоей голове мечи. То есть... У, ну, тебя на мечах, на ножах, у тебя ты на эмоциях. Угу. То есть тебе бы вот все-таки вот где эти горы? Вот сюда бы съездить, горы, отдохнуть. Вот я сейчас поеду. Привести свою голову в порядок. Потому что это может еще и бессонница, вот недосыпание. Нет, со сном у меня все хорошо. Но это как проблемы кто-то вам делает. Понятно. А вот женщина просто переживает. Потому что она не хотела с этими людьми ссориться, да, они просто так сделали, сами нападали и получили. Ну, карта такая, переживание, но переживание даже не на то, что ты рухнула у тебя, а переживание, что, ну, как так люди со мной поступили, я же с ними нормально все вела, ну, себя. Да, вот как будто ее парень бросил, да, вот она сидит, ну как, я же, ну, все делала ради него. Ну, почему так? Я даже мечи домой таскала, хранила их. На стену вешала, потому что чтобы максимально, ну, всем было комфортно. Ну, то есть мечи, это значит, я перешагивала через какие-то, ну, свое я где-то терпела. Вот это мечи. Ну и давать третью карту, я уже боюсь, конечно. Конечно, мечи у тебя, это, конечно, в голове тебе 100% нужен отдых. Поэтому кто тебе сомневался и говорил, зачем ты есть, скажи. Я уверена. Ну, вот, ну и здесь птица счастья, у тебя есть деньги, то есть есть доход, либо где-то в счете, потому что она рукой держит, то есть где-то на счету что-то лежит, уверенно, закапано, так сказать. И птица счастья, и опять же природа, обращаем внимание на природу, виноград, вино, то есть это, может, не знаю, где Азербайджан, Баку, вот все вот туда вот, в голове вот кого-то твой дом, кого-то вот там, где тепло. Твоя птица там, где счастье, там и деньги даже твои уже лежат. То есть в голове мысли после вот этого, это там, где природа, хочу быть, там, где, не знаю, виноград, вот гранат, все там. Да. Я уже ощущение было сегодня, что я еду домой, хотя я еще неделю буду ехать. А получается, ты живешь где гранаты, где виноград? Где виноград, где гранаты. То есть там, где тепло. Ну вот они, это все, это твоя голова. Ну а теперь переходим к самому главному. Тут говорили карты, теперь будут говорить, отвечать на твои вопросы. Поэтому вопросы ты можешь говорить, там, допустим, сказать. В голове у меня мысль об этого человеке, ну или думаю об этом человеке. Кто правильно сделал, он или человека я? Человека обязательно спрашивать или про... Про собаку, что ли? Не, ну я имею в виду, что про себя я могу спросить. Про себя, то, вот, я имею в виду, что, ну, имена лучше не говорить, скажи, вот говори. Не, я не сомневаюсь, что правильный выбор сделала и правильное действие приняла. Просто понять про самореализацию, что дальше меня ждет, что мне надо сделать, чтобы реализоваться. Это про работу? Про доход? Да, про свой...
доход. Высшие силы, покажите. А, совет ты хочешь, да? Угу. Давай сначала сделаем так. Сначала посмотрим, что у тебя будет в ближайшие полгода. Ага. А потом совет уже на них положим. Давай. В ближайшее время покажите, что ее ждет в плане творчества, доходов, труда, деятельности, бизнеса. Вот что ее ждет в ближайшие 6 месяцев. Еще одну карту. Это блин, старовато немножко. Но это карта смерти. В ближайшее время тебя ждет какая-то либо домашняя что-то такое обстановка, потому что она сидит в троне. Не могу сказать, что вот эту королеву как-то беспокоит будущее 6 месяцев бизнеса. Притом она головой смотрит на в будущее. Угу. То есть эта королева смотрит в будущее уверен, даже через 6 месяцев. То ли эти 6 месяцев, она хочет сказать, какая-то будет стабильность. Но они говорят, что вот эта карта в ближайшие 6 месяцев, от правого увольнения говорил, там какая-то остановка, вот где ты работал, там будет полностью остановка. Карта смерти – это остановка. Угу. То есть эта королева смотрит теперь в будущее, чем зарабатывать. А они показали тебя, все, я понял. Они говорят, что у нее сейчас остановка, и эта королева хочет понять, где дальше быть. Они говорят, ни в коем случае не надо касаться любви. Сейчас объясню, что это за карта. То есть не надо типа а-ля влюбиться в папика, и пусть папик не откроет бизнес, и я вот это. Это вот эта карта говорит. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно, любовь отдельно, бизнес отдельно. Либо говорят, что не лезь туда, где бизнес мужа или будущего парня. Не лезь. Любовь должна быть сакрально закрыта. Это они пока с тобой разговаривают, получается. Ну, в ближайшем... Вот теперь покажите. Давайте вот снова с января. Что декабрь? Декабрь не будем. Январь и полгода. Январь, февраль, мы туда смотрим. Вот они будут говорить сейчас про это. Что-то. Очень хорошая карта, четверка жезлов. Это какое-то приветствие. Это какая-то не... Это не Россия. Это не Россия, там, где опять фрукты цветут. То есть тебя ждет бизнес, тебе нужно бизнесом заниматься, где вот такие вот крепости, не знаю, что это такое, Армения, вот, вот такое вот все. Похоже, Азербайджан, вот такое все. Ну, понятно, да? Карта прям не, точно не Россия. Вот где вот все, гранаты растут, винограды растут. То есть ближе туда и ближе к весне твое действие будет развиваться. Давай спросим теперь совета. А чем она будет тут заниматься ближе к весне? Они не говорят. Они говорят, она, чем, она будет этим заниматься тем, что у нее даже в голове нет этого. То есть о чем голова ее еще даже не думает. И вот это опять королева падает, опять она смотрит в будущее и рукой показывает в будущее. У нее, говорит, власть будет дальше идти. То есть, скорее всего, тут еще, видишь, постоянно лежит этот любовник. Как будто этот человек, который появится в твоей жизни, он тебя направит к весне, к вот этим новым победам. То есть, скорее всего, у тебя даже в голове нет мысли, чем сейчас ты будешь заниматься. И они говорят, она даже об этом еще не знает. Там будет что-то новое, да, вот... Не знаю, вот возьми мою личность, там, я могу так, через год я вообще другой, через это я вообще там волшебник, да? Да, и хотя я еще не знал, что я этим буду. То есть тебе прям дороги раскрываются, иди и делай, тебе все дается. У королевы есть всегда выбор. У нее всегда есть кем управлять. И здесь маленькое уточнение. Ставишь вопрос не как это делать, а кто это будет делать? Угу. Понимаешь? Пояснить смысл, например? Да. Давайте для вот зрителей поясню. Что значит разница как и кто? Угу. Когда мы говорим про любовь, сейчас поговорим, вот любовник лежит, про любовь. Как мне стать счастливой? Как мне найти любовь? Как мне
Найти секс, да? Вот такой как говорим такие слова. Ну, обычно люди так говорят. Вот. Но, окей, смотрите, как мне найти секс? Как мне стать счастливой? Как? Иди на этот, купи цветы и занеси домой. Ты станешь счастлива? Да. Нет. Почему? Потому что надо говорить не как, а кто. Потому что кто тебе купит цветы, принесет и подарит. И ты бы от этого будешь на седьмом небе от счастья, еще утром проснешься, увидишь этот букет. Не потому что ты сама купила, а потому что кто-то тебе купил. Поэтому кто сделает тебя счастливой? Окей, про бизнес. Как это сделать? Да ты сама знаешь, как свой бизнес построить. Да, вот я не знаю, что там. Бизнес организовать, турфирму. Как сделать турфирму? Да ты знаешь, как ее... Берешь это, открываешь ИП или все, и все. Кто будет делать эту фирму? Ты то есть это сказал, работник. Что нельзя любовнику фирму использовать. А что, у тебя любовник фирма, что ли? Нет, ну вдруг будет. Я сейчас... я тебя предупредил, тебе про любовь нельзя. Ты видишь, ты не откакиваешь, отталкиваешься. Я тебе сказал, кто? Ну смотри, большой бизнес, магазин. Там хозяин вообще не бывает. Угу. Кто что делает? Любовницы там бегают. Там работают продавцы, там работают охранники. То есть вообще кто это делает, его бизнес? Угу. Обычные работники за 50 тысяч рублей. Вот так ставишь. И в дальнейшем ты ставь вопрос не как это сделать, а кто это будет делать. Потому что любой бизнес, ты гендерная идея, ты у пирамиды же есть, да? Угу. Верхушка. А тобой подчинены. И именно они кто, а не как. Если как, вот так у вас никак и ничего не будет. Как? Как и будет. Кап-кап. Они не говорят в картах. Давайте я посмотрю через свое ясновидение и скажу, чем ты будешь заниматься. Давай. Давай. Так, мне настроиться на немножечко томатный. Ребята, вам нравится томатный сок? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Томатный сок. Тебе нравится томатный? Нравится. В самолетах часто дают. Я всегда в самолете. Почему-то в самолете всегда хочется. Вам тоже, да? Сок, да? Вот кто слушает эфир, да, смотрел это видео до 20 минуты. Через самолет же скоро. Нет, смотри, внимание. И томатный сок напишите, вам нравится. Либо какой сок вы любите в самолете пить. Вот вопрос вам. Вот хоть расшевелим это зрителей наших тоже. Итак, покажите мне ее. У тебя будет выстрел после марта. Март, вот, наверное, 8 марта как проходит. И там вот выстрел. Вот все, что до марта, вообще даже не парься. У тебя не получится, у тебя как руки связаны, ты не сможешь. Я, честно говоря, у меня и было вот эта мысль до весны, до марта. Ну что я, ну как бы, что-то буду делать? И тебя, знаешь, как из пушки так выстреливает. То есть у тебя какая-то идея, либо вот человек какой-то придет, который подкинет идею, и ты будешь говорить не как это сделать, а кто это будет, эту кафе там, кофе продавать. Ты же не будешь сама продавать кофе, блин. Поставишь человечка за 30 тысяч рублей, пусть пашет. Ну это бизнес, а как вы хотели? Итак, тебя же тоже, скорее всего, попросили уйти с работы, потому что они взяли... Они, кстати, взяли, скорее всего, другого человека на маленькую зарплатку, типа три месяца они же там. Они взяли сначала человека на одну страну, когда я написала заявление об уходе, они эту бедную девочку расширили на все страны. Вот, да, еще ее взяли на 3 месяца, испытательный срок. Они, понимаете, они в выгоде, потому что меньше платить. А спрашивать будут точно так же с нее. Высшие силы. Вот я сейчас увидел этот идея после марта. Прям выстрел у нее прям сильно идет. Имеется в виду, покажется ей эта работа. Так. Так. Да. Смотри, они говорят. Пусть она сейчас живет вот как... умеренность, темперамент, то есть в гармонии сама с собой. Mm-hmm. Вот не надо вот это переливать, да, вот сейчас мы про сок не зря говорили, переливать. Должно быть полные 2 бокала, то есть для него и для себя, да, не надо кому-то больше налить, кому-то меньше, мы всегда ровно наливаем.
Вот в твоей душе должен быть вот такое спокойствие, да? Вот тут у нас есть интуиция, вот у нас... Мы только что про пирамиду говорили, вот она, вот пирамида. Интуиция, видишь, как карта тебя видит? И спокойствие. Занимайся больше с природой. Вот где солнце, не знаю, выходи на утренние пробежки, вот такое вот всё. План был как раз начать с пробежки. Вот, пробежки, вот, вот где природа, дальше смотри, они что говорят. И это все должно быть ровно раз, два, три. Три месяца, это что у нас, март, третий месяц, да? Но здесь меч четвертый, то есть от сегодняшнего отсчитывай 4 месяца, они говорят. И лежи спокойно, ничего не делай. Вот эти 4 месяца, 3, вот до марта, в общем. Ничего не делай, они говорят. Так интересно, потому что у меня были как раз такие же мысли. А дальше? А дальше придет идея. Придет, вот опять это любовник идет с кубком полными, да, вот полной кубки. Вот она, любовь. Как будто человек... Ну, мы будем говорить, что это не любовник, да, у вас видно, что с этим, слава богу, все хорошо. Это придет новая идея. Мы же про работу спрашиваем, про новые идеи. Вот он, белый конь, вот он. Никто, а как это будет? Не как, вернее, а кто это будет делать? Вот он будет делать все на крыльях любви. Вот такое. Давайте посмотрим вашего бывшего человека, потому что время поджимает. А вам самолет у вас там, томатный сок пить. Итак, сок ждет. Да, сок ждет. Итак, поехали. А что он думает о ней, бывшей, которые вот сейчас вырастались уже, да, официально все? Да, уже. Что еще они думают? Там вопрос денег. Две карты, все деньги. Поняла. Во-первых, он... что он думает о тебе? Он говорит, что человек трудящийся. Человек, который любит труд. Человек, который добился всю жизнь сам. Это он про тебя говорит. Который... Его любят деньги. И он любит денег. Вот. То есть человек трудяга. Вот он сидит, выбивает монетку, да, звездочки, вот собирает. То есть вот эти еще... собрали вот за 8 лет, я не знаю, 8, может, вместе лет были, сколько вы вместе? 8. Вот она, восьмерка, 8 лет он тебя знает, как при хороший человек. Дальше, что она тебе говорит? Но что-то сейчас идет у вас не так, может, связано с недвижимостью, с переездом, с продажей квартиры, но что-то... Может, он какие-то деньги вам давал, теперь говорит, отдай мне. Потому что он вот он стянулся, вот видишь, жадность. С таким лицом обиженным. Да, жадность, он даже монеты. Он видит, что ты зарабатывала, он видит, что ты стянулась. Но он... Мне надо потом сфотографировать. Но он хочет... Вот телефон, возьми ее, сфоткай сейчас. Но либо еще карта говорит о том, что он на самом деле он не очень хочет тебя отпускать. Вот эта карта. Но здесь карта денежная. Все-таки, наверное, про деньги идет речь. Фотографируемся на память. Ага. Это мужа она своего фотографирует. Бывшего. Все, нет, молодец. Она разведенка. В общем, здесь у вас вопрос, ну, в принципе, как у любого, вопрос денег. Все равно он вас в душе любит. Вы остаетесь для него на сегодняшний день все равно как единственная девушка. Он, кстати, вас немножко выше, а может даже больше. Может, тут на каблуках стоит. Так, ну, то есть никакой агрессии нет. Единственное, что-то недовольство с деньгами у него, с вами. Что скажете в его оправдании? В его ничего не скажу, не хочу. А давайте теперь посмотрим ее отношение к нему. Пока карты покажите ее отношение к нему, к бывшему. Она говорит, я его люблю какой-то воздушной любовью, человеческой. Душевно-человеческая любовь, потому что рукам мы не видим откуда, то есть вот как божественная любовь. То есть мы не видим, что она обнимает его. Она говорит, я его люблю как божественную любовью.
Я желаю ему максимально все самое лучшее, потому что фонтан, чистая любовь. Я ценю каждое мгновение в прошлое, потому что он смотрит в прошлое. Я уважаю его за то, что он был в моей жизни. Но не зову, вот так перекрываем вот эту карту, но я его не вижу в своем будущем. Угу. Я его вижу только в своем прошлом. И наши с ним дороги разошлись. Наши судьбы с ним изменились. Вот так ты думаешь о нем. То есть тоже получается, тут, слава богу, о деньгах ты о нем не думаешь, это он думает, но ты опять по-человечески с ним вот так расстаешься. Типа получается так. Еще, кстати, тут он земной шар держит, здесь непонятно на этой карте, как будто ты страну поменяла. Вот это там, где он живет, либо он уехал. Короче, вы как-то поменяли страну. Переезд какой-то был еще. Я уехала. Ты уехал. Ну, а там, где гранаты. А давайте посмотрим еще кого-нибудь. Давай. Ну, в голове или как? Или имя скажи? Не скажу имя. У нее там тройка была, трое. Итак, ладно, держи в голове. Сдвигай-ка на себя колоду. Держи в голове. И задай вопрос. Чтобы я суть-то понимал вопрос. Что он думает о тебе, или что мечтает, или что? Что заплатит деньги, или что? Как сложатся отношения? Как сложатся отношения в дальнейшем с этим человеком, который в голове у нее? В голове думай сейчас о нем. Вытаскиваю карту. Это какая-то заветная мечта, желание быть с этим человеком. Либо этот человек тебя настолько осчастливил, что ты почувствовала себя женщиной. Счастливой женщиной. Что говорит? Еще говорит? Еще говорит. Или что-то не туда идет? Только непонятно. Подожди, тогда еще одну. Тогда надо еще одну карту. Так, еще раз, мы спрашиваем его отношение к тебе, правильно? Или ну, что он думает о тебе? Что, ну, какие у нас отношения на будущее? Ну, в ближайшее будущее. Ближайшее будущее, что тебе с этим человеком комфортно. Я уже сказал, что ты почувствовала себя женщиной. Но не совсем его видишь в своей как объятия, потому что кубки два стоят, а три упало. А тут еще есть мост, может, это разные страны, не знаю, города или что-то, разница какая-то есть. То, что надо туда переходить каждый раз на мост. А вот что-то не то. Но вот человек как в трауре стоит. То есть вроде бы открылась к тебе эта звезда, но как любое утро настало, эти звезды исчезают. Вот примерно что-то у тебя как с ним, что-то пошло не так. Но этот человек тебя любит, обожает, но этот человек еще любит себя. Угу, человек себя любит, потому что король любви, он любит в первую очередь себя. Вот поэтому, может, чуть-чуть не полностью сбылись, вот как два кувшина, не полностью сбылось его, твое ожидание от него. Есть какие-то наводящие вопросы? Это похоже про другого человека сейчас. Ну, ладно, интересно. Может, я тогда в голове держу? Наверное, я в голове этого человека держу, что ли? Не знаю. Посмотрим. Ну, ты хоть имена тогда говори. Ты же сам сказала, имена не говори. Вытащи любую карту. Вытащи? Да, но думай именно о том человеке. Я не думаю вообще. Я отключаюсь. Да, блин, теперь я сама запуталась. Вот, и карты не понимают, что тебе говорить. Итак, она вытянула карту. Ну, карта скупости. Не полностью раскрывается человек, не полностью отдается этот человек. То есть в дальнейшем у вас будет скупое. Но здесь об этом тоже это говорится. Что он больше себя любит. Скупо не дает. Женщина не получает той энергии, которую хотела бы. Я не знаю, почему ты говоришь, что больше похоже на другого. Да я же сама не знаю.
Давай подытожу. Здесь тебе скажу, что больших побед с твоей стороны здесь ты не ожидай. Потому что этот человек все равно будет думать больше о себе, чем о ком-то. Но в любом случае отношения, там, не знаю, дружеская любовь, вот через слово любовь, тут кубки, она есть, присутствует к тебе. Эмпатия очень хорошая идет. Еще о ком-то думаю. Давай уже просто, да, потому что уже интересно. А, да, окей. Ну, да, с тебя вопрос, имя можешь не говорить. Ну, мужчина, просто скажи, чтобы я понимал, женщина, мужчина. Ну, мужчина, давай дальше. Ну, точнее, с ним какие отношения? Чего? Ну, что? Четко задавай, зрители не слышат твои личные жизни. Ну, чего ждать от отношений с этим человеком? Ну, вообще, от общения. Даже не от отношения, от общения. То есть в голове у тебя сейчас есть человек, мысль о нем, да, имя его, mm-hmm. правильно? Вот что, карта, скажи, что ей ожидать от этого человека совместного что-то, да? Ну да. Ну, вот ближайшие полгода, да? Мы же не будем да, всю жизнь кидать. Всю жизнь. Обнуление. Там, типа, все построено на чувствах отдыха, на чувствах веселья. Вот, на чувствах беззаботности. Вот как дурачок он идет, он может упасть. Вот у него здесь обрыв, он может упасть. А ему пофигу, он на солнце смотрит, песенки, вот цветочек держит, песенки поет. И поверь мне, как говорят, дурачкам везет, он это даже понял, не разобьется. Да, это... Ладно, ну хорошо. Это на место ли? Ну-ка, дай я посмотрю дальше. Теперь... Как он относится к ней? Теперь я быстро расшифрую. Короче, что-то у вас идет не то. У вас началась какая-то проблемная... Это... Знаешь, как бытовуха начинается. Да, я ощутила. Ощутила? Идет как бытовуха, и... Ну, там еще вопрос, почему-то деньги. А это случилось, когда тебя уволили? Ну, или ты уволилась? Нет? Нет, а это когда ты почувствовал, что что-то не то? Это в один день было? Или ты раньше, или вы как, или вообще не вместе? А почему он так? Почему он так идет? Опять там кого-то что-то с деньгами вопрос идет. Опять деньги. Наверное, много тратит на тебя. Смотри, что происходит. Он идет у вас. Да, идет жалость денег. Тебе серьезно говорю. Идет жалость денег, и вот это идет обнуление, остановочка. Типа, все, дорогая, рестораны закончились, как-то надо денег. Либо он копит на что-то. Угу. То есть, ну, пытается, ну, бывают такие жизни, что люди что-то... А давай, куда он деньги эти будет девать? Давай. Если не на тебя, куда он деньги даст? Он на какие-то рывки победы свои. Он на свои победы хочет оставить эти деньги. Он на нападение, не знаю. Нет, на победы. У него что-то в голове прийти к лидерству. Да, у него это лидерство. Вот ветка лавровая, пальмовая, это победа. И он, даже концентрируясь не на тебе, он концентрируется на каких-то своих победах. Либо ищет себя. То есть мы все хотим себя найти. Вот карта дурачка, мы всегда ищем. Себя найти. Да. И очень важно, когда другие люди не лезут в наши, а если и лезут, то когда мы попросили, помоги, подскажи. Угу. Вот ты же, зная меня, сколько лет уже, много-много лет знаешь. Ты же никогда не лезла, да? Но всегда, когда приезжала, ты какое-то время вообще никогда не приезжала. Но мы веселились, общались, и через улыбку смех мы вытаскивали из себя какой-то там вопрос, проблемку. Выговорились, называется, да? Через вот этот вот смех, карта дурака. Uh-huh. И вот у вас с этим человеком тоже вот такой вот шутливость, период заканчивается. Ну, это хорошо, на самом деле. Ты хочешь? Не, они чтобы заканчивались, не хочу. Классно же. Они будут дальше общаться? Да нет, вы общаться-то будете дальше. Хочется, чтобы это легкое такое. Ваши дороги будут сейчас расходиться. Uh-huh. У вас дороги будут расходиться, все. Налево пойдешь, направо. То есть
Но это не тебе выбирать. Женщине глаза завязаны. Это он выбирает. Видишь, у него мечи поперли. На ваши отношения мечи. Что-то грустная история. Но с другой стороны, а что ты хотела? Вот девочки, мальчики, вы что, а что вы хотели? Все всегда начинается и быстро иногда заканчивается. Даже если замуж выходит, все равно потом начинает быт. Вот это съедает, правильно? Итак, давайте три совета и будем заканчивать. Тебе все-таки томатный сок в самолете скоро пить. Не то, что нам. Итак, высшие силы. Три совета для тебя. Эконом деньги. И аккуратней там, где снег, горы, аккуратней. Ну, понятно, инвалидность. Аккуратней там, где снег. Не знаю, вот деньги, как страховка. То есть не трать деньги просто так, они говорят. Вообще это карта денег. Не трать денег просто так на казенные дома, на людей, которые тебе не нужны вообще. Вера, надежда, любовь. То есть они тебе советуют там, где тепло жить, там находиться. Там, где есть вино, виноград. Вери в себя, влюби себя, уважай себя. А ты знаешь, когда ты сюда ко мне попадаешь, особенно расклады, у тебя прям жизнь еще больше лучше начинается, да? Да. Вот. И потом даже она мне как-то сама говорит, вот как тебе попало, так все круто изменилось. Вообще, говорит, не понимаю, говорит. Ну да, очень изменилось. Да. Вот. Они говорят, мы верим в нее, надеюсь, она верит в себя. Слово «верит». Понимаешь, да? Вот знаешь икона «Вера, надежда, любовь»? Mm-mm. Нет? Вот в церкви есть икона «Вера, надежда, любовь». Там девочки такие стоят. Давайте я вам, зрители, покажу. Наберу быстренько. Есть у нас еще время? Да там на такси что-то. «Вера, надежда, любовь». Икона. И вот тут есть девочки. Они разного, естественно, возраста. Вот они. Вот как ты... Давайте зрителям тоже показываю. Вот это мать их Софья. Софья. Здесь у нас есть Вера, Надежда, Любовь. Вот дай имена тебе задание, а также вам, зрители. Какую девочку зовут? Ну, надо посмотреть. Да. Вера, Надежда, Любовь. Любовь, Надежда, Вера. Вера, Надежда, Вера, счастье. Маму зовут Софья. 100%. Ты знаешь, кого как зовут, да? Да, конечно. Это все знают. Я потом расскажу, почему это так. Нет, надежда. Синее, вот это какое платье? Зелененькое? Бирюзовое? Это любовь, это вера. Так, зрители, если вы тоже напишите в комментариях, как вы сделали. Итак, правильный ответ. Ты молодец, ты правильно назвала. Первое – это вера. Средняя – это надежда. Mm-hmm. И маленькая – любовь. Уважаемые мои, а мы всегда ставим любовь на первое место. Она маленькая. Она маленькая. Конечно же, надежда, мы надеемся на Бога, на соседей. Вот говорим там, надеюсь на тебя. Нет, надо верить в себя. Вера, она большая, девочка, она взрослая. Она воспитывает вот этих своих сестер, маме помогает. То есть полностью на ней ответственность. И она верит только в свои силы, потому что, ну, выше... Ну, вот маленькая любовь, да, она на всех надеется и верит, но... Вере не на кого надеяться. Интересно, никогда не обращал внимания, я не знала. Ну вот, ну, нас, зрители, мне кажется, вы должны об этом знать. Вот я вам рассказал. Верьте. Итак, вывод один. Верим в себя. Да. Надеемся на Бога. Любим душой. Но любовь не надо ставить на первое место. Вот так вот. Вот она, эта карта. Вера, надежда, любовь. Ну и последний совет. Кто не постарше. Уже плюс 18, видишь, с бокалами. Да, но один бокал все равно выше. А скажите, какая рука подняла выше бокал? И вспоминаем икону. Вот эта рука, Вера, поднимает выше. Видишь? Вера. Ага. Это ее рука. Итак, последний совет. Что-то мы заболтали с вами. У нас очень интересно. Они верят, так, совет, быть лидером. Высшие силы, Бог, кого ты веришь, тебя всегда поддерживали, будут поддерживать всегда. То есть совет эконом.
Ну, не трать просто так денег. И на здоровье, то есть одевайся теплее. Вот видите, как женщина, то есть не простужаться. Верен, если простудилась, выпей глинтвейн, что такое горячий, как мы любим, да, с тобой. И вот это ветер, скорость, вот это вот как метание. Помнишь, уважаемые знатоки, так сказать, зрители, помните, с какой мы карты начинали и какой карты заканчиваем? Вот, пожалуйста, вот так должны настоящие расклады заканчиваться, начинаться. Мы начинали, что девушка, а это была самая первая карта, мы еще ничего не знали про тебя, посадила дерево. Где выжженная земля, не понять вообще, что растет, не растет, но она верит, что это дерево вырастет. И высшие силы последним советом тебе говорят, вот это, бери это дерево, ты правильно все делаешь, посади его, и оно даст плоды. Но весной, помнишь? На этом все, спасибо.